Наташ, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какой из музыкальных инструментов самый веселый? Самый веселый, ну, судя по тому, что мы с тобой сегодня намечаем, какую беседу, в каком направлении вести, это, конечно же, гармония. Аргументируй. Ну, почему? Ну, почему так считаешь? Ну, потому что именно под гармошку поют частушки, да? Потому что она принимает участие во всех праздниках и во всех гуляниях, то есть без нее как бы не предполагается. Но с чисто музыкальной точки зрения, если верить Википедии, то гармония в основном мажорная. Но они вот прям строй у них мажорный, а не минорный. Вот об этом мы и будем говорить сегодня. Встречаете у нас сегодня в гостях в студии гармонист, входящий в десятку гармонистов России, Владимир Павлович Глазунов. Спасибо. Ветерок весенний фантиком играет, а давно забыто мне напоминает. Не хочу, не буду вспоминать, что было, где меня качало, с кем судьба сводила. А за окном плещет месяц май, май благу сердце мне не терзай. Не говори о прошедших годах, о серебре у меня на висках. А за окном плещет месяц май, май благу сердце мне не терзай. Не говори о прошедших годах, о серебре у меня на висках. Браво. Браво! Сегодня у нас не Арс Лонга, а в душе звенит гармошка, играй гармонь. Все это вместе в таком бодром миксе у нас сегодня. Ну вот у меня вопрос к заслуженному гармонисту России. Вопрос, который, в общем-то, пока еще не имеет, насколько я понимаю, четкого ответа. А кто же гармошку-то изобрел? Вообще изобрели у нас ее в России изобрели. Хотя многие считают, что это... Что в Германии. Германия. Но сами уже немцы признаются, что это действительно произведение чисто наше. У них все это было сделано в виде клавесина. Знаете, там вот это все такое. И они... И направление было совсем другое. А гармошку изобрели у нас в России. А вот опять же я тоже прочитала, что, конечно же, в России есть такой, как бы, одна такая версия. Некий чешский мастер. Но чешский мастер. Но мастер тарганный был чехом. То есть у нее акценты чешские и германские, а, в общем-то, европейские. Совсем, казалось бы, не русские. Вот, а прижилась ведь у нас... Да, прижилась России, у нас, да? Потому что у нас как раз ими пошли гармошки потом, вот видите, чисто такие вот кнопочные, да? Потому что всегда все это раньше было все сделано на таком органном стиле. Пианино, орган там и так далее, и так далее. А у нас кнопочная появилась, и так все и пошло. Что пошло. Типа аккордеона, да? Так, да, проще? Да, да, да. А у нас ведь чисто кнопочная, да, чисто российское произведение. Переносная, чтобы в гуляниях можно было принимать участие. Вот я совершенно думаю, верно, здесь да. Вот, ведь вот я вам хочу сказать, вот когда она гармошка появилась, и ведь, может быть, многие не знают, но Великую Отечественную войну именно более 2000 гармоний Сталин направил именно на фронт для того, чтобы поднять боевой дух наших воинов. И поэтому в перерывах, когда они были, воевали, когда у них вот отдыхали вот после тяжелых боев, гармонисты были на первом плане. А у меня женский вопрос. Вот в песне-то отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Ваша гармония от чего поет? Запела, вернее. Ну, вот вы знаете, что я ведь вот как таковой ведь гармонистом-то стал официально с 2002 года, с конца 2002 года. Ну, вы 16 лет везде написано, да. Играете. Признавайтесь. Но до этого немножечко в руках держал баян. Баян, потому что научился сам играть, я в интернате учился. Так а все-таки запел-то от чего душа? Влюбились, что ли? Ну да. Я очень любил песни петь, понимаете, любил песни. То есть песни это петь. Была не любовь, это была не девушка. Нет, с это косой. Была не девушка, это была. Это дальше рано было об этом думать. Да? А запел в 2002 году была совсем причина другая, когда я взял в руки гармонию. Это гибель Геннадия Меч Заволокина, трагическая гибель. Ведь в 1995 году он приезжал к нам в Нижний Новгород. Записывал передачу «Играй гармонь». Как раз это была запись, видимо, к Дню Победы. Ну и в этот год у нас
вышла замуж, Настасья Заволокина, дочь его. Вот. И вот он приезжал к нам к Кстово записывать передачу. И так получилось, что я случайно попал на эту передачу. Но случайно ничего не бывает. Случайно, потому что я в качестве зрителя пришел послушать. На гармошке в то время вообще не играл. Вот не поверите, вообще понятия не имел. И когда было, значит, было прослушивание у нас в кинотеатре 50 лет в ЛКСМ, в Кстове такой был кинотеатр, вот. Сейчас он там магазин, а раньше был кинотеатр. И вот в перерывах между прослушиваниями я вышел в фойе и попросил ребят, говорю, дайте мне попробовать на гармошке. А ты, говорит, играл когда-нибудь? Я говорю, никогда не играл. Ну иди, типа, то, что не играл, у тебя не получится. Я говорю, ну я немножко пиликал, я слух-то музыкальный есть, подберу, наверное. Попробуйте, дайте мне. Ну, один мужчина мне дал гармошку попробовать, я, конечно, попробовал. Самое удивительное, не то, что попробовал, а пока два часа сидел, меня упорство взяло такое. Сидел, и я подобрал песенку «Я назову тебя Зоренька». И прям с басами все сыграл. И они на меня, гармонисты, так смотрят и удивленно говорят. И ты, говорит, это что, сам подобрал? Я говорю, ну так получилось. Я подобрал. И вот когда Геннадий Дмитриевич Заволокин говорит, ну кто еще тут будет это самое играть? Я говорю, а можем мне попробовать? Он говорит, ну пожалуйста. Я всегда спел песню «Я назову тебя Зоренькой». Она меня так посмотрела, говорит, а сколько вы времени играете на гармошке? Я говорю, два часа. У нее глаза округлились, он говорит, я такого, говорит, не помню в своей жизни, чтобы за два часа человек мог научиться на гармошке играть. Но если, говорит, вам Бог дал, так сказать, вот подобрать за два часа, я, говорит, вам просто совет даю. Я не знаю, как у вас в жизни пойдет гармонь, но если уж вы, она вам попадет в руки, вы старайтесь с ней не расставаться. Ну, получилось так в жизни, что... Что вы нечаянно получили третье образование? Да, нет, получилось так в жизни, что у меня гармошки не было своей. Это же я случайно... как она попала к вам в руки? Вот это да, это первая гармонь? Первая, самая первая гармонь. А попала она случайно. Опять случайно? Да, случайно, потому что мы были на юбилее, в одной бабушке гуляли, а у ней на, так сказать, шифонере лежала вот эта гармонь, прикрытая, естественно, этим покрывалом. И я сейчас спросил, говорю, а что это вот, гармошка? А вы, говорит, умеете играть? Я говорю, да ну нет, ну так... Ну, попробуйте. И вот я тогда что-то пиликал, вот назову себя Зоренькой, вот я тогда вот это вот подобрал, да, играл, сыграл, потому что я ее уже немножко пиликал. А что, говорит, я, говорит, это сам, возьмите, говорит, ее, она все равно, говорит, у меня лежит. Я говорю, ну, спасибо, а я ведь не знаю, в какой она тональности, понятия это не имею, ну, как это, черт его знает. Ну, гармошки не было, вот я ее и взял. И вот уже в 2002 раз взял гармонь в руки, после 1995 года, в 2002 году, когда я узнал, что Геннадий Дмитриевич Заволокин погиб. И вот эти слова у меня как-то не вспомнились. Думаю, гармошка у меня сейчас есть, а что бы не попробовать? Я попробовал. А ведь работы были заняты. То есть, да, принципе... была. У меня была юридическая работа. Я, так сказать, работал юристом по договорам. Вот. Но любовь все-таки пересилила, потому что как-то так вот любил я эти песни, любил эту передачу, смотрел я ее. Вот. И еще сказал, что а почему я так не смогу? А попробуйте, вы знаете, что, да, в принципе, людей, которые играют на гармошке, вернее, вы-то знаете лучше даже, чем мы, их в Нижегородской области очень много. А давайте посмотрим сюжет с последнего фестиваля, который проходил на Бару совсем недавно, в мае. Посмотрим? Да, с удовольствием. Куда ни посмотри, повсюду гармонисты, любители и профессионалы со всего региона. Раз в год собираются на фестивале «Потехинский камертон» в городе Бор. Одна гармонь перебивает другую, пока играют на сцене одни, другие репетируют. Прадедушка – балалаечник, папа – баянист, а сам выбрал гармонь, как говорит, для души. Для меня гармонь – это душа, особенно мастеровая гармонь. Вот в каждой мастеровой гармонии заложена душа мастера, и когда ее берешь, она отдает. Главная идея фестиваля – собрать исполнителей народной музыки, чтобы играли на народном инструменте и пели на родном языке, а еще лучше в национальных костюмах. Под звуки гармонии сердца. Считают, что гармонь изобрели в Германии в начале 19 века. Но существует и другая версия, что родина гармонии все-таки Россия. И изобрели ее в Санкт-Петербурге аж в 1783 году. Поэтому можно по праву сказать, что гармонь – душа России. Это именно душа России.
это то, откуда идут наши истоки и корни. Она не один век радовала. Еще, я надеюсь, будет все-таки радовать жителей нашей родины. Сейчас гармонный промысел сошел на нет, но благодаря тому, что те старые мастера оставили такой огромный задел, может быть, заинтересуется новое подрастающее поколение, кто-то вновь начнет делать самостоятельно гармонии. Вот и получается, ремесленники сейчас почти не производят гармонии, да и фабрик осталось немного из известных Шуйская и Тульская. Нижегородская земля издавна славилась мастерами по изготовлению гармоний. Вот и династия Потехиных, в честь которых и назван фестиваль, знаменита по всей России. Раньше в деревне к бабушке ездили, был престол. Ходили из дома в дом, угощались. И было очень много гармонистов. Из соседних деревень приходили. И мы очень весело гуляли. И сейчас какая же песня без гармошки? Александр Соловьев приехал из Москвы. Там он учится на отделении сольного народного пения. И говорит, есть в этих звуках гармонии что-то необходимое русскому человеку. Судя по тому, сколько зрителей собрались послушать гармонистов, привлечь внимание к настоящей музыке, той, что оставляет след в сердце и в душе, организаторам удается из года в год. Вы принимали участие в этом фестивале? Ну, я сюда попал уже, приехал немножко с опозданием, поскольку приехал с концерта, который был в Санкт-Петербурге. Там тоже выступал в концерте для ветеранов Великой Отечественной войны. Вот, на озере, конечно, был сильный ветер, потом немножко простудился, но, тем не менее, я обещал, что я приеду на этот фестиваль. Я приехал. Уже многие гармонисты выступили, я уже приехал где-то уже больше, чем середина уже прошла. Тем не менее, многие выступления я увидел, с удовольствием послушал. Мне очень понравился один юноша с Кемерово, Александр Соловьев. Великолепно сыграл, спел. И вот я считаю, что я буду все сделать возможное и невозможное, чтобы этот мальчик, в принципе, выступал где-то у нас на больших сценах. Ну вот если говорить дальше о фестивале, он все-таки был посвящен, как мы видели в сюжете, династии тех, кто делал гармонии, да? Как вообще обстоит с этим дело? Потому что вот тут недавно очень известный пианист забил тревогу, что в России перестали производить рояли, пианино. Гармонии-то еще производят? Их вообще делают? Я вам что хочу сказать. У нас сегодня вот официально Тульская фабрика еще делает гармонии. А делают на заказные гармонии. Гармошки, скажу честно, конечно, дорогие. Вот сегодня дешевые гармонии самые, они стоят где-то в пределах 50-70 тысяч. Это дешевые гармонии. Дешевые? А гармонии на заказ, которые вот и с регистрами, там, со всякими наворотами и так далее, они стоят свыше даже 200 тысяч. То есть это получается, что это инструмент из народного превращается в элитный, потому что гитару можно купить за 10 тысяч, более-менее прилично она будет даже играть. К сожалению, так. И поэтому большинство гармонистов, конечно же, ищут гармошки старенькие, которые уже разыгранные, у кого-то на руках находятся и так далее, и так далее. Много таких. Потому что эти много гармошки, таких. Они еще есть на руках. Да. И надо сказать, что раньше мастера делали намного лучше и интереснее гармонии, чем сейчас. А вот этот инструмент, который стоит здесь у нас на столе, он, вы сказали, что вы его буквально с помойки. Да, вы знаете, один мужчина у нас в Москве зашел к нашему знаменитому гармонисту, вот, и с этими гармошками, у него целая стопка их была. Я заметил эти гармошки. Я говорю, а куда, говорю, вы их понесли? Да что они, говорят, они хлам, говорит, валяются у меня дома. Я вон их понес, сейчас выкину, говорит, их. Я говорю, а можно посмотреть? Пожалуйста, посмотрите. Я посмотрел, ну, корпус, конечно, сейчас я немножко подделал. Он был немножко сломанный, все. И все эти клавиши были все, конечно, кнопочки все были вытащены и так далее, и так далее. Но я посмотрел, что самое главное, басовая часть, звук очень хороший. Думаю, бас хорошо играет. Думаю, и звук правой части тоже хороший. Я это почувствовал. Я говорю, вы оставьте, пожалуйста. Я ему еще, по-моему, даже не 5 ли тысяч еще дал даже. Он, конечно, доволен. Но хотел выбросить, а тут заработал. Конечно, я приехал домой, ребятам, мастерам, там, кто у нас немножко, у нас дедушка занимается там одним делом.
Вот, я ему отдал, говорю, посмотрите, пожалуйста. Это, и он посмотрел, сделал мне. Вот сейчас я на ней ступаю, на концертах. Ой, надо вам будет подарить гармошку. Есть у нас такая, у моей свекрови. Валяется, валяется. А может, самим лучше научиться играть? Там, понимаете, вот наши нижегородские гармошки, они, конечно же, отличаются от всех гармоний в нашей стране. Ведь у нас раньше делали и в Кирове, и делали в Беларуси, где только не делали гармонии. Ну, считается, как бы это сам, и в Шуе сейчас, и у нас делают и в Шуе гармошки сейчас, еще шуйские гармошки, их делают тоже. У нас две фабрики, в принципе, осталось, шуйская и вот тульская. Но там шуйская более дешевый вариант. Вот такие простые гармошки. А вот более дорогие, более навороченные делают у нас... Но вы играете на простых. А почему не на навороченных? Почему гармонист из «Золотой десятки России», он у него там с регистрами, да, как вы говорите. Практически концертирующий. Концертирующий, гармонист. А вы все равно предпочитаете вот это. Вы знаете, вариант. Во-первых, на ней легче играть, она легкая по весу. Ведь та гармонь, которая с наворотами, она очень, очень тяжелая. Почему? Потому что там помимо... того, что целлулоид, вот этот, который на весь это самое. И плюс еще там много чего. Еще, если сказать честно, я не знаю почему, но раньше мастера всегда высушивали дерево, который, с которого делают вот эти корпуса и так далее. Сейчас тоже это делают, но не до конца. И поэтому год-два, и гармошка, которая сам ее начинает выворачивать и так далее. Сами понимаете. Да, поэтому ну, некачественно делается сегодня гармония. И все предпочитают лучше старые гармошки, которые надежные, которые это самое... Проверенные в боях, в том числе, да и временем. А вот мне хочется про песни поговорить. Вообще вот есть такое понятие – авторская песня. То есть автор написал песню и сам ее исполняет. Обычно их исполняют под гитару. У нас был, да, у костра. У нас был, значит, как бы, скажем, была пример. Нина был, Белых, да, была Нина Белых, которая исполняет авторские песни под фортепиано. А у вас авторские песни свои, ведь я тоже знаю, есть. Давайте ломать стереотипы уже в нашей программе. Что-нибудь авторское исполните, пожалуйста. Ну, с удовольствием. Я сейчас вот возьму другую гармонию. Возьму другую гармошечку, да. Вот с этот вот гармошечку возьму, про которую мы говорили. Вот. Действительно, авторская песня иногда тоже бывает, возникает вот так вот неожиданно. Где ты едешь, где ты видишь, что-то тебе вспомнилось. И вот у меня обычно это навеивает сразу и мелодия, и слова. То есть я сам, я автор слов и, как говорится, и мелодии. Это почему? Потому что я сам исполнитель, и мне это легче делать. Другие как-то у нас, вы нам знаете, это поэты-песенники, поэты. Они пишут конкретно для, значит, а кто-то музыку сочиняет. Потом соединяет, получается песня. Вот я стараюсь как-то петь и то, и другое. И слова, и музыку. Вот сейчас для вас хотел бы исполнить песню. Авторская песня называется «Родина». Как прекрасен край могучих сосен, край берез рябиновой зари. Не найти нигде подобной осени. И снегов белее не найти. В мире нет пронзительнее сини, чем вот это небо надо мной, над моей бескрайней Россией, над моей сказочной страной. Родина великая, святая, за тебя, родимая, молюсь, и свою судьбу с твоей сплетая, я с тобой навеки остаюсь. Спасибо. На этом месте мы прервемся ненадолго. У нас короткий рекламный блок в программе «Аслонга». Не переключайтесь.
Это программа «Арсонга». Реклама прошла быстро. Сегодня у нас в гостях Владимир Глазунов, гармонист. Мы слышали заслуженный его песни, заслуженный, входящий в десятку Заволокина. И вот такой вопрос. Вы сейчас много гастролируете. Перед нашей программой вы нам рассказали замечательную историю о живительной силе гармонии. Расскажите ее для наших зрителей, потому что эта история, конечно, выглядит, ну, фантастической какой-то совершенно. Ну, я не знаю, какая она фантастическая, но это на самом деле было. Мы выступали с концертом в одной из больниц Орехово-Зуево под Москвой. Вот. И, ну, я немножечко опоздал своим другом, поскольку пока нас там где-то водили по коридорам, ну, мы тоже идем, и тоже у нас кто вверх смотрит, кто в сторону. И мы чуть-чуть подстали. А вот в это время главврач сказал, что... Значит, сегодня вы будете выступать, идти по комнатам, где у нас лежат больные. Сдайте им задор, чтобы мы знаем, что музыкальная терапия, особенно гормонная, она дает очень положительный эффект. Молодец, врач, на самом деле, хорошо сказал, потому что это уже жизнь доказана. Но мы-то этого не слышали. Мы уже слышали концовку, что разойдитесь по комнатам, пожалуйста. И мы все пошли. А он перед этим, значит, сказал... В одну из комнат, он крайнюю, говорит, не заходите. А почему не заходите? Никто так и не знал. Ну, все они пошли, а пошли только мы с другом. Мы зашли в эту комнату, заходим, холодно, темно. Думаю, чего мы сюда пришли? Я еще другу сказал, говорю, вы включи, пожалуйста, свет, хоть посмотрим, где мы находимся-то. Включили свет, оказывается, темная комната была. А потом посередине комнаты стоят две каталки, накрытые простынями. Ну, а просто они чуть-чуть дышат, как бы. То есть все-таки пока там еще живые. Кто-то там еще живой. Думаю, ну, наверное, раз живые, думаю, надо что-нибудь нам сыграть им. Вот. И у меня друг начал что-то заиграл тут чуть. Одна из каталок, слушай, простынь зашевелилась. Простынь отодвигается, появляется голова женская, бабушки. Потихонечку бабушка садится на эту каталку и смотрит, и спрашивает нас. «Сынки, а вы кто?» Я говорю, так вот мы, гармонисты, пришли вам поиграть, песенки попеть. Она говорит, а я вот была молодая, я в хоре пела. Степановна, ну, хватит спать. Это к второй, которая... Ко второй обращается, да, да, ко второй. И так что тоже шевелится, тоже ты... Чего? Кто тут? Сынки, а вы откуда? Ну, пришлось еще раз повторять, кто мы, да откуда и так. Ну, видимо, глуховаты еще бабушки-то были. Ну и потом, когда разобрались, они сели на каталке, а эта бабушка-то первая, она вообще с каталки сошла. И давай подплясывает, вот стоит ногой, топает. В это время забегает врач, тот, который объяснял все. Вы что тут делаете? Я же сказал в эту комнату не ходить. Я говорю, ну мы вот опоздали, мы не слышали. Врач потом, мы спрашиваем, а почему нельзя было зайти в эту комнату-то? Так это, говорит, комната специально для тех, кто вот, ну, должны были не сегодня умереть. Они уже все были... На ладан дышит, понимаете? Так прожили сколько, скажите? Ну вот я точно знаю, что одна бабушка прожила еще после этого еще 4 года. Вот. Вот. Сила музыкальной гормонотерапии. Несмотря на то, что доктор сказал. Вы понимаете? И поэтому вот такое получилось. Это действительно были, это настоящие были. Да, ну вот это вот наша действительность, да? А вот вы, кстати, еще лауреат международных конкурсов. Как вас за рубежом принимают? Много ли вы бывали... Вот был в Италии, был во Франции. Да. Я, сказать честно, вот был поражен другому. Ведь там в основном собирались профессионалы. Люди, которые, ну, имеют высшее образование, там, любые. Кто-то был лауреат там всяких и так далее. То есть они все с образованием. Кто-то гармонисты. Кто-то консерваторию закончил, кто-то институты там и так и далее. Тоже и так гармонисты? Далее. Там были гармонисты, баянисты. Там было, как это назывались, конкурсы? Это как бы тоже народного творчества и народных инструментов. Uh-huh. Там были аккордеоны, и баяны. Но гармошек были только, в принципе, у нас. Вот мы приехали, думаю, с гармошками. Да. Наверное, остальные, в основном, Латвия, нет. Литва, uh-huh. Значит, там Германия, Бельгия там, и так далее. Они в основном на аккордеонах играли. Yeah, и некоторые играли на баянах. На баянах. Угу. Пятирядные баяны, они аккордеонированные и так далее. Вот они играли. А мы приехали с гармошками. И, конечно, для этих было не видели, что это за инструмент такой, понимаете, гармошка. Русская экзотика. Да, мы им говорили, вот такой у нас есть инструмент. Я говорю, у нас тут, конечно, не сравнить ни с баянами, ни с аккордеоном. Говорю, полтонов нет. Ну уж вот мы, говорю, играем, у нас вот такая, говорю, есть такой инструмент. И вот когда я пел песню, а я, кстати, там пел песню как раз вот этот «Журавли», угу. «Родина» пел песню. И еще не помню, там какую-то песню пел, это самое. Приняли с удовольствием. И самое удивительное, итальянцы думают, что же они понимают, что не понимают-то, ведь я же по-русски пою.
они встали, мне стали хлопать. То есть я еще приз зрительской симпатии там завоевал, как бы получилось так. И, ну, у них они по-своему там разыгрывали, мы же об этом не знали ничего. Вот. И подходит ко мне председатель жюри, румын. Румын, чемпион мира игры на аккордеоне. Да, молодой такой интересный там человек, и говорит, по-русски великолепно говорит, и говорит, я его спрашиваю, ну как же вы нас поставили вместе с профессионалом? Мы же деревня, будем так говорить, играем, вот просто поем песни, которые вот так. Он говорит, вы знаете, что вы так больше не говорите. Я говорю, а почему? У нас, говорит, нет слова профессионал или любитель, у нас есть слово музыкант. Да. Поэтому, говорит, мы ценим так, как вот вы играете, как вы доводите, как вы ведете себя на сцене, как вы доводите до слушателей. Вот для нас, говорит, это важнее, чем там вот это все выворачивать и показывать. И показывать дипломы, скажем так. И показывать дипломы, потому да, что вот хвалимся я там, да, мастерством. Да. Вот спойте-ка нам ту песню, которую, собственно, принесла вам этот приз зрительских симпатий. Песню «Журавли». Песня «Журавли», да. Еще там было, у меня две были песни. Вот «Журавли» и «Галина». Вот та «Галина», конечно, их поразила всех. Еще песня, да. «Галина». Ну, вот давайте нам и другую, потом мы выберем. Давайте начну сначала с «Галины». Ну, давайте с «Галины». Это сегодня песня популярна почему-то у нас вообще в стране. И особенно в нашей Нижегородской области. Мне постоянно просят ее почему-то на всех концертах исполнять. На всех. Я уже ей лет 7 пою, сказать честно. Вот уже, казалось бы, ну, сами понимаете, когда много поешь, уже как бы оскомина, да? И тем не менее просят. Выходишь с улыбкой, Галину, и начинаешь давайте играть. Галину. Ходил по свету, колесил я много лет, но счастья-то и не нашел. Детишек нет, жены вот тоже, в общем, нет. И на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов. Ногами шар земной крутил, что было сил. Но все же в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою да на беду. Живет, живет в этом доме галина, а я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме галина, а я никак, эй, все туда не дойду. Как я в армию пошел и от тебя все ждал письма, а друг соврал, что там другую я нашел, и ты поверила в слова. Я много лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног. Но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, так и не смог. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою да на беду. Живет, живет в этом доме галина, а я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме галина, а я никак все туда не дойду. Вот эта песня, она очень итальянцам полюбилась, да. И французам тоже. Ну, она такая. Восприняли так они очень хорошо. И танцевали под нее. Я, конечно, был поражен. Там, ну, это тем более много. Приятно, что дошло. Угу. Вот. Считаю, что действительно такие песни, любые песни, которые у нас исполняются, из России идут, они такие вот всякие. Бывают, конечно, и грустные, и веселые, но все песни обычно доходят.
а если их правильно исполнить. Поэтому в любой песне, в любой игре должна быть душа. В первую очередь. Спасибо вам большое. Вы это показали, конечно, продемонстрировали, как да. Мне кажется, просто, ну... На все 100%, даже на 150. На все 100% лучше не бывает. Спасибо вам большое. Напомню нашим зрителям, что сегодня у нас был в гостях Владимир Глазунов, гармонист. Заслуженный гармонист России. Хотя да. Это неофициальное звание, мне ну, кажется. Ну, неважно, но представляешь, как... Официальное мне звание гармонист золотой десятки России. Вот. А-а-а. Это, наверное, хорошо, самое важное, что он живет в нашей области и радует нас своими концертами. Спасибо вам огромное. Ну, а сейчас афиша самых ярких культурных событий наступающей недели в программе «Арслонга». На сцене Кремлевского концертного зала филармонии в рамках 14-го Международного фестиваля искусств имени Сахарова 13 июня выступит камерный оркестр, виртуозы Москвы и главный дирижер Владимир Спиваков в программе «Моцарт» и «Гайдн». Выставочный комплекс представляет персональную выставку произведений Сергея Исаева «Гжельские традиции». Сергей Владимирович – художник, которому посчастливилось найти свое призвание и своего зрителя. С 1993 года он работает на предприятии «Галактика». В это время появляется и становится узнаваемым стиль художника с его замысловатыми, сложными объемами, неожиданными композициями. В это время одной из главных тем становится сказка. Затем художник стал работать самостоятельно, а с 1996 года зарегистрировал свой товарный знак, который ставится на изделия, произведенные в его мастерской. В доме архитектора открылась выставка авторских кукол и медведей Тедди. Тема выставки – славянская мифология, русский фольклор, сказки, былины, предания, русский костюм и все, что с этим связано. Многое в обычаях и традициях русского народа уходит корнями в богатую, полную самых неожиданных сюжетов, мотивов, аллегорий и метафор славянскую мифологию. Тема многогранна, интересна и самобытна. На базе отдыха «Сурские зори» вот уже пятый год проходит фестиваль «Сурский рок». На сцену выходят исполнители из Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Москвы, Калуги, Санкт-Петербурга. Музыка на сцене в основном русскоязычный рок, исполняемый в различных стилях. В этом году хедлайнеры – это известные нижегородские группы «7 штук баксов», «Чкалов», «Виана танцы» и специальный гость Игорь Куприянов «Экс черный кофе». Это все, о чем мы хотели рассказать, ну и спеть вам сегодня. Это была уже, собственно, спели, да. Да. Это была программа «Арслонга». Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте nntv.tv и в эфире телекомпании NNTV каждую пятницу вечером. Всего хорошего, увидимся.